Здравствуйте, это студия Семантика, меня зовут Дмитрий, я вебмастер. Сегодня мы поговорим о рекомендациях для разработки сайта с точки зрения SEO. Рекомендации будут состоять из двух частей. Это технические рекомендации и рекомендации, касающихся коммерческих факторов. В сегодняшнем видео речь пойдет о технической части. С точки зрения SEO технические рекомендации выглядят следующим образом. Поисковые роботы имеют ограниченное время посещения на каждую страницу сайта. Контент, который важен для SEO, является основным контентом на сайте и, как правило, начинается с заголовка H1. В наши задачи по оптимизации сайта входит сделать блок основного контента как можно более доступным для поискового робота. То есть, во-первых, чтобы он как можно быстрее до него добрался, и во-вторых, чтобы он его проиндексировал в полном объеме. Дело в том, что поисковый робот индексирует код сайта, соответственно, сверху вниз, строчка за строчкой. И если за отведенное ему время на посещение он не успевает добраться до блока основного контента, этот контент остается не проиндексирован. Любая страница состоит из двух основных блоков. Это блок head, который, в общем-то, не отображается на сайте, и блок body. Там в основном находится тот контент, который на сайте отображается. Верхнюю часть блока body обычно занимает шапка сайта, где находится логотип, контактные данные и навигационное меню. Дальше идет как раз блок основного контента и следом идет обычно футер или подвал. Итак, вот мы видим код сайта. Вот открывающий тег блока head. Чтобы найти блок body, надо найти через Ctrl-F соответствующий тег. Итак, вот он у нас на 53 строке. Соответственно, нам нужно, чтобы робот добрался до него как можно быстрее. Что ему может в этом препятствовать? Во-первых, это скрипты. Их можно найти с помощью поиска закрывающего тега, потому что если мы будем искать открывающий тег, у нас может вылезти в том числе inline теги со скриптами, что нам не нужно. Итак, во-первых, в сайте не должно быть вот таких вот кусков кода JavaScript. Весь код должен быть убран вот в такие вот подключаемые отдельные файлы. Благодаря этому робот не будет тратить время на их индексирование. Также, чтобы сами исполняемые файлы не мешали роботу добраться до основного контента, их нужно подключать не в начале страницы, как здесь, а в конце, вместе, допустим, с вот этими. То есть здесь вы видите, что часть подключена в начале страницы, часть в конце страницы. Все эти файлы должны быть убраны в конец страницы. Исключением в плане кусков кода в коде сайта может служить код Яндекс.Метрики, Google Аналитики, также карт и также онлайн-консультантов. Но рекомендуется все же выносить эти куски кода опять же в конец страницы. Следующим, что нам может помешать проиндексировать сайт в полном объеме, являются стили, которые по аналогии со скриптами должны быть убраны в отдельный подключаемый файл. По поиску закрывающего тега style мы легко можем найти в коде сайта стили, которые не вынесены в отдельный файл. Соответственно, подобные стили нужно также убирать. Итак, блок основного контента, который важен для индексации, как правило, начинается с заголовка H1. Ищется он через открывающий тег H1. И здесь мы его в коде сайта не находим. Это немного другое требование к сайтам о наличии заголовка H1. Тем не менее, основной контент, который нам нужно проиндексировать, все равно есть. И проще всего его найти на самой странице. Здесь мы видим, вот она шапка сайта с навигационным меню и дальше вот основной текст страницы. Начинается он, соответственно, с заголовка, видимо, не H1, который звучит как Team Building. С помощью SEO метода in one click смотрим, что это за заголовок. Это второй заголовок H2, Team Building.
Соответственно, ищем тимбилдинг. Здесь очень много тимбилдингов. И вот он, наш заголовок H2, тимбилдинг. Соответственно, нам нужно убедиться, что он находится как можно ближе к открывающему тегу body. Как правило, между открывающим тегом body и началом основного контента располагается навигационное меню. Его, соответственно, оттуда никуда не выкинуть. И мы смотрим, здесь есть у нас блок видео фотоотчет. Это то, что находится непосредственно перед основным контентом. Переходим на страницу и смотрим, что последний пункт навигационного меню как раз и состоит из подобных пунктов у нас, блок видео и фотоотчеты. То есть в данном случае, за исключением того, что это должен быть заголовок H1, в общем-то все в порядке. То есть блок основного контента находится максимально близко к открывающему тегу body. Среди мусора, помимо скриптов и стилей, можно выделить такие вещи, как комментарии. Комментарии начинаются с открывающего тега, который выглядит следующим образом. То есть это открывающая треугольная скобка, восклицательный знак и два дефиса. Комментарии с технической точки зрения не несут в себе никакого смысла. Они существуют только для того, чтобы человек, который смотрит код, мог понять, где и что находится. Учитывая, что сейчас почти весь HTML-код генерируется модулями CMS и плагинами, комментарии в коде не нужны, они лишь затрудняют индексацию, поэтому их стоит вычистить, оставив только самые необходимые, если вы считаете, что вот эти комментарии прям нужны. Также нужно проверить код сайта на наличие фреймов. Фрейм – это тег HTML, который скрывает контент, который в нем находится, от индексации. Соответственно, контент, который в нем находится, не будет индексирован. Скорее всего, здесь мы не найдем тега frame, потому что они практически не используются. Ну, то есть здесь есть какие-то части слов. А, нет, вот он есть тег iframe. И как раз одно из двух его допустимых использований – это скрывать видео с YouTube, как раз как здесь и используется, либо иногда в теге iframe заверстывают карты Яндекса и Гугла. В остальном же они не нужны и практически нигде не генерируются и не используются, но тем не менее проверка будет не лишней. Еще один технический момент, касающийся разработки сайта, это навигационная цепочка, они же хлебные крошки. Несмотря на то, что считается, что данный элемент в основном улучшает поведенческие факторы, он также выполняет важную задачу для SEO, а именно грамотно распределяет статический вес страницы. Навигационная цепочка должна отражать полный путь от главной страницы до текущей, через все уровни вложенности. Как мы видим, на данном сайте данная цепочка абсолютно не реализована, то есть обычно она располагается между навигационным меню и блоком основного контента. То есть, допустим, вот у нас страница расписания и цены, и вот здесь вот где-то должна быть ссылка на главную, а затем, как правило, слэш или какой-то другой знак, допустим, треугольная скобка, и затем текстом пункт данной страницы. Пункт данной страницы никогда не выполняется в виде ссылки, иначе у нас получается циклическая ссылка, то есть ссылка, которая ведет саму эту страницу. Вот. Также из пунктов хлебных крошек не должно быть никаких попытающих меню. Такое бывает, когда, например, у нас в подпункте меню, допустим, есть еще какие-то выпадающие пункты, здесь, допустим, вот реки, ангара, допустим, если здесь было бы что-то еще, у нас в навигационной цепочке из пункта реки выпадали бы еще Иркут и храм Урин. Таким образом, статический вес страницы распределялся бы некорректно. Собственно, на этом по техническим рекомендациям для SEO основным можно заканчивать. Если у вас остались какие-то вопросы, вы всегда можете задать их в комментариях, а мы на них ответим в следующем нашем видео. Собственно, на этом все. Надеюсь, видео было вам полезным. Всего доброго.